Ориентировочно в 12 часов дня в 11 микрорайоне загорелся 4-й дом. Строение полностью расселено, отключено от инженерных сетей и находится в очереди на снос. Спустя некоторое время вспыхнула соседняя деревяшка. Многоквартирник частично расселен, в нем осталась одна прописанная семья. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.